Быстрее, выше, оригинальнее. Матч звезд Московской студенческой хоккейной лиги прошел в столице в День защитника Отечества. Студенты посоревновались в меткости и креативности, а также провели товарищеский матч. На трибунах побывал Ярослав Борщев. Забросить максимальное количество шайб за отведенное время и выполнить самый оригинальный бросок. На прошедшем чемпионате звезд Московской студенческой хоккейной лиги 34 участника из разных команд показали не только мастерство владения клюшкой, но и веселый подход к такому серьезному и мужскому виду спорта. Мы стараемся создавать условия, чтобы как можно больше молодежи занимались спортом, получали возможность соревноваться, участвовать, тренироваться и показывать свое мастерство. Товарищеский матч определил самых сильных игроков, которым вручили почетные награды. В меткости в этот день соревновались и ректоры московских вузов. И, кстати, уже не в первый раз. Да, мы играли на Красной площади 25-го, в Татьянин день, правда, мы играли в русский хоккей, команда ректоров. Я вот капитаном был этой команды, 12 ректоров и команда Министерства образования и науки. Мы выиграли 4-1. Ну, пришлось, знаете, как вот такое оправдание этому найти перед Министерством образования и науки, что, ну, знаете, ректоры должны побеждать, иначе с кого будут брать пример студенты? Подбодрить любимых спортсменов и руководителей вузов пришли более 200 человек. Оригинальностью болельщики не уступали спортсменам. На трибунах сплошь молодые лица. Это уже стало доброй традицией у российского студенчества – отмечать праздники активно, весело и с пользой для здоровья. Чемпионат Московской студенческой хоккейной лиги проходит уже на протяжении 6 лет. В течение сезона его посещают более 10 тысяч зрителей. Ярослав Борщев, Дмитрий Джанчарадзе, образовательный канал «Просвещение».